Всем привет, ребята! Это очередной ролик, только на этот раз это ролик в ролике, наверное, так я и назову его. То есть я снимал основной ролик про видеокарту, который неизвестно когда выйдет. Очень уж затянулось все это с видеокартой. Вот, и одновременно с этим я решил заснять обычный видос, который в скором времени уже, я думаю, выйдет. То есть я иду сейчас как раз таки с магазина, где кое-что приобретал для видеокарты. И сейчас надо будет зайти в магазин за хлебушком. Хлеб вчера купил за 35 рублей. Его съели за один ужин весь. Вот, приходится еще покупать. Также меня послали за закаточной машинкой. Банки вот закручивать, короче, крышками. И я не нашел нигде. Два магазина смог обойти. Ничего не нашел, вот иду домой. Погода отвратительная. Хотя бы дождь перестал. Прям вовремя, когда мне надо идти, он перестал лить. А так все залило конкретно, так нормально. Так, вот здесь уже под переходом, ой, под переходом, за переходом слева находится пекарня, в которой мы всегда берем хлеб и другие хлебобулочные изделия. Там всегда все свежее, кстати. Вот мы всегда берем там хлеб теплый, булочки теплые, прям вот только-только испеченные. Ну, пекарня достаточно популярна из-за своих свежих хлебов, так сказать. Я сейчас в очереди отстоял минут 10. Куча народу. Но ухватил свой хлебушек. Вот такой вот пшеничный, горячий, просто горячий, мягкий, свежий. Только-только, вот испекли, принесли. Вовремя я зашел, короче. Ну и все. На этом, собственно, ролик можно и закончить. Я уже скоро дойду до дома. Так, я был в опасной близости от машины, а теперь в опасной близости от помойки. Такая вот помойка у нас тут с мусором, даже вот отдельно для пластика. Сюда строительный всякий мусор с дома скидывают, диваны там. Диваны и прочие вещи. На этой осенней ноте я с вами прощаюсь. С вами, конечно же, был, как обычно, Шуричков. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Вот. Увидимся. Увидимся скоро, совсем, совсем скоро. Не успел я вернуться домой, как меня выгнали. Жестко выгнали, кинули в меня мусорным пакетом. Говорят, иди и выноси мусор. Вот, несу на ту помойку, про которую говорил. Там кто-то копается уже, какой-то мужичок. Жаль, что у меня не хватает смелости снимать вот таких мужиков на помойке. Вот, но они не бездомные, просто ищут какие-то полезные вещи, которые люди зачем-то выкидывают. Вот, потом они их, наверное, продают, либо металл находят, металл сдают, получают денежку дополнительно. Вот так вот выживают обычные люди в России.